Привет, друзья! Давно меня не было видно, но я не сидел без дела. Я активно продолжаю ремонт в гараже. Ну а теперь по теме. Года идут, и новая машина начинает терять былой внешний вид как снаружи, так и внутри. У меня, да и у всех остальных, со временем пластик в салоне становится затертый и тусклый. На пластике есть места, где царапины глубокие, а есть места, где мелкие, но их очень много. Да и на порогах пластик стал не черный, а серый, и весь в коцках. А есть места, где царапины просто раздражают. Итак, друзья, на торпеде сверху, если видите, есть несколько небольших царапин. Как-то я перевозил что-то длинное и в итоге поцарапал. Царапины не глубокие, не сильно бросаются в глаза, но тем не менее мне неприятно с ними ездить, так как я уже знаю, где они, и взгляд постоянно на них обращает внимание. Пробовал нагреть феном, но тем не менее царапины не ушли до конца, осталось немного. Пробовал пройти царапины феном, но он мне не помог. Поэтому, раз не можем их убрать, значит будем маскировать. Чтобы скрыть царапины и восстановить пластик, нужно прибегнуть к автохимии. Я взял вот такой полироли от компании Lavr, реставратор пластика. Не знаю, поможет он мне или нет, но очень хочется попробовать. Этот реставратор пластика стоит в среднем 200 рублей. И производитель обещает, что он маскирует царапины и образует защитный слой. При этом возвращает пластиковым деталям первозданный вид. А так ли это, мы с вами сейчас и проверим. Итак, немного взболтав, наносим его с расстояния 20-30 сантиметров. Этого достаточно. Поверхность должна быть чистая, сухая. Берем салфетку чистую и располировываем. Итак, друзья, располировав, я вижу, что одну практически не видно. То есть практически на 99% я ее убрал. Вторую где-то 50% все равно царапина осталась. Давайте я вам покажу. Было несколько глубоких царапин. Одна здесь и одна здесь. Соответственно, здесь ее практически не видно. Вот с этой стороны немножко остаток остался. Не такой сильный, не такой броский. Все равно процентов 50 убралось. С этой стороны царапина вся исчезла. Ну, как вам результат? Вот этот блестящий след остался после фена. Первый раз я пробовал сначала феном обработать. Но, тем не менее, фен не помог. Оставил после себя вот такой вот блестящий след. Вот эта полироль от компании Lavr следов не оставляет. Ну, а вообще, эту полироль брал я не только ради той царапины. Вообще, за 4 года весь пластик в автомобиле немножко пошорканный, особенно там, где цепляются ногами. Это пороги. Посмотрите. Они потеряли свой внешний вид. Соответственно, они уже не черные, не блестящие. Они уже покоцанные, все поцарапанные, затертые и немного серого цвета. Кстати, перед записью этого видео я был на автомойке, и там машину комплексно помыли. Также там немного прошли пластик полиролью, поэтому он не так страшно выглядит, но все же. Поэтому, прежде чем обрабатывать весь пластик, я хочу сделать небольшой тест. Я наклеил вот такой вот малярный скотч для того, чтобы сделать границу. Обработаем одну сторону полиролью реставратором пластика от компании Lavr, вторую сторону трогать не будем. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получится. Схема та же. Берем баллон и с расстояния 20-30 сантиметров распыляем. После того, как распылили, берем нашу салфетку чистую
и начинаем располировать. Итак, друзья, ну что, пришло время снимать и проверять. Обратите внимание, границу четко видно. Хотя, понятное дело, глубокие царапины он не скроет, но лишь уберет малозаметные. Ну а для полного понимания хочу провести тест прямо под солнцем. Освещение будет намного лучше и будет лучше видно результат. Соответственно, вот пластик, он чистый, я его заранее помыл. И, соответственно, на него мы наклеим наш малярный скотч. Опять же, для того, чтобы четко видеть границу. Берем реставратор пластика и наносим. Немного ждем и полируем. На самом деле пластик новый. Этот пластик идет от бампера. Бампер я менял недавно, соответственно, сам пластик новый. Как вы видите, результат налицо. Он не только реставрирует, но еще и придает блеск. Друзья, результат мне так понравился, что я решил пройти реставратором весь пластик сверху. Обратите внимание, даже грязную крышку как отмыл. Нанес всего немного. Ну а теперь надо пройти по всему салону. Ну что, друзья, прошелся я реставратором пластика по всему салону. Не знаю, видно или не видно эффект, но тем не менее визуальный эффект есть. Конечно, такие глубокие царапины он не скрывает, но тут реально прям, наждачкой протерт.
кстати, ну а первые царапины практически незаметны. Тот же самый эффект и под капотом. Здесь предварительно детали я не мыл. Соответственно, просто распылил и растер. Даже грязная крышка. И то вид имеет. Не знаю, как вам, а я считаю, что за 200 рублей вполне неплохой результат. Я доволен. А вам как? Свое мнение напишите в комментарии под видео. А также напишите, чем вы ухаживаете за пластиком в салоне. На этом все. Жмем лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока.